Всем привет, дорогие наши друзья и зрители нашего канала Step Family. Так, я накладываю запеканку, мама накладывает все остальное. А сегодня к вашему вниманию у нас творожная запеканка. Она с изюмом. Даша, вот ложка была. С изюмом, с курагой. С чем еще? В общем, со всеми делами. Это интересно. У детей морс, у папы морс, у меня чай утренний. Да, время 8 часа, у меня утренний чай. И, как обычно, у меня всегда чай остается. Так, мама. Всегда чай остается. Потому что я навожу его утром, а допиваю всегда ночью. Это как уже за стабильность. Лучше ночью, чем никогда. Разрезики покажете. А мне он нет. Вот, смотрите, какая красота. Ушло килограмм творога, кстати. Так, теперь... А, ну да, я две упаковки, да, покупал, получается, по 400, ой, по 500 грамм. А что, вы сметанку забыли? Где моя сметанка, сметанка? Так, тебе с краю или сверху? Вот здесь, с краюшку, да? Мама, если можно, я сама себе нарежу твои ложки. Спасибо. А что-то у меня ложки нету и ни вилки, ничего. Ну, я что-то взял, ты там что-то хотела поменять. Тебе какую ложку? А, любую. Ого, ну ладно. Огромная. Мама прям не пожалела, я... Ну, сказано, благодарен. Сделано. Ну, конечно. Любую? Я же не прошу поменять. Ой, можно ко мне не клониться сбоку? Мне и так тут суета у меня поставлена. Эй, куда? Дайте мне сметану. Куда она от меня убежала? А зачем ты мне ее передал сейчас? Это Даша вообще-то передала, а не я. Я думала, тебе не надо. Можно сметану вернуть? Ой, спасибочки. Знаете, мне Леша не дает спокойно поесть. Я потом начинаю висеть. Ты тоже вилка. Куда? Даша, сюда садись ко мне поближе. Вообще, король, что ли? Так, а ты вот сюда. И все. Ой-ой-ой. Как давно мне... Какая она вкусная. Какая она вкусная. Я буду добавки. Павлик, а ты будешь добавки? Да, что, как запеканка? Вкусная. Я бы ходу 4 добавки. 4? Да. Ты хотя бы одну съешь добавку. Ты хотя съешь то, что у тебя положили. Сейчас она остынет. Что, горячая вода она? Она теплая, не горячая. В самый раз прям. Изюм тут крупный такой. У нас обычно она всегда горячая была. А сегодня она прям вот как надо, тепленькая. Она остыла, я ее заранее достала. Таша, тебе можешь вилочку дать? Нет. Ты что-то тут ложка не совсем. Смотри, как удобно. Раз кусочек. А можно мне вилку, пожалуйста? Я вообще. Тоже. Я тоже. Раз. И съела. Можно мне ложками вверх. Ложка, сразу... чтобы сметану. Просто так. Я уже изначально сказала, что запеканку удобнее. А нет, можно и вилочкой вообще. А папа кидал вам ложки, не подумав об этом. А почему ты мне тогда вилку не дала? Ты попросил ложку, потому что. Да. Я вообще просил что-нибудь. Ну ладно. Не беда, ну, папа. Твоя, кстати, изначально была ложковатая. Ложковатая? Да, не стабал. Папа и ложкой справится неплохо. Что, есть можно? Ты заметила, что я купил... Не стучу? Да. Тебе поломать? Купил еще творога, там что-то акция прям такая долгоиграющая. А я не могу поймать нормально поесть. Потому что даже здесь вон, ну, вот так у меня я в шар. Папа что-то стол сегодня не раздвинул. Что попало сегодня у нас опять? Как попало? Что попало? Что, должен тут локоть ставить? Да. Король, а я тоже кисть положила еле-еле. Пап, что стол не раздвинул? А что бы поменялось? Они же сидят на лавке, у них как бы, они рассесться-то не там могут. Кто-то написал. А вам хоть 10 комнат, но у вас все равно будет тесно. Да, так и будет. Не, просто папе можно вон туда сесть, сбоку, а детям если немножко раздвинуться. А мы все в один ряд... Давай в следующий раз так и сделаем, кстати. Давай.
В следующий раз будет эксперимент у нас. Разрядились. Ну, если честно, мы так уже один раз снимали в самом начале. Что-то было не то. Что-то было не так. Что было не то? Не знаю, с ракурсом что-то было. Камеру поставь вон туда сбоку, будет нормально. Куда? Так, если я здесь буду сидеть. Ну, надо экспериментировать. У нас угловой диван, я думаю, можно как-то из этого положения выйти? Ладно, пожалуй, мы... У нас, когда на кухне не было дивана, все время стулья, я использовала себя, сейчас диван. Ну да. Дашка, дай-ка я тебе. Помнишь, как ты была маленькая, я тебе постоянно омлет ломал кусочками в комнату. Мне, вы знаете, запеканка нравится тоже, вот и даже на следующий день она нормальная, вкусная. Даже когда она остыла. То есть запеканка, она как борщ, со временем становится только вкуснее. Даш, не стучи тарелку. Ну. Это мама, это Лёша вообще-то. Это запеканка, ты наложишь. Дай сметану, пожалуйста. Она там у тебя комфортно стоит? Ой, она тут хорошо прям пристроилась так, возле меня. А где ложка большая отсюда? Я помню, она была прям в стакане. Странно, чем такая сухая? Потому что ту я забрал, а эту оставил чистую. Что-то непонятного. Так, мне пожалуйста. Это слабо ли это добавки? Можно, конечно. Павлик справился первый. Как морсик вам что он торопится? Я не тороплюсь. Павлик, не молодец, торопись. Молодец, Даша. Я люблю. Молодец, умничка. Как вам морсик с клюквой? Очень вкусный, а главное, очень полезный. А тебе как после этого? Так нельзя. Мама старалась. Заметно. Я сама пью холодный утренний чай. Не выливать же. Куда поставить? Вообще, сейчас надо морсы пить. Чем больше, тем лучше. Давай я тебе сам. Пожалуйста, может, не разрезано просто. Тебе половинку, вот, конечно, так вот, да, и половинку положу. Тебе хватит? Конечно. Мама, будешь половинку еще? Ну, не, я потом. Мама, подай сметану, пожалуйста. Ну-ка, сковырни по рагу. Как? Видимо, вот так. Надо. Вот так. Освободить побольше, да? А что, Алешку не видай, да, какой тут кушает? Ну, а так меня, значит, видать, не будет. Ну, как раньше мы все влезали. Ой, не знаю, сейчас мы тут попытаемся что-то сделать с этим. Я просто пытаюсь понять, как раньше мы все влезали. Нет, будет? Вчера мы, раньше мы были компактные. Дай микс сметану, Даш, не убирай. Я уже убрала. О. Мама подала. Так, надо ее облизывать. Я хотела это сделать. У нас у меня разговор ни о чем. О ракурсах, о смотании. А раньше прям вот вообще по теме. Ну и что? Можно иногда. Кстати. Что можно-то иногда? Поговорить ни о чем. У меня Макс скинул такую тему, что они 25 или 24 декабря зима уже. Да. Заезжают на несколько дней на Шарголь. Новый год отмечать. Шарголь? Да, Шарголь. Там типа домик или там гостиный. Да, смотри. Там, короче, новогодний будет елка, стол, все дела. Я это поняла. Я все поняла. Это намек. Да. Ждем реакцию мамы. Ну, что ты, это не серьезно. Забирай весь кусок, Настя. Я сама разберусь, можно? Не дорогой, это не серьезно. Вообще не серьезно. Мама такой маленький положила, чтобы нам побольше досталось. Леша, ну что ты сделаешь? Зачем сметанку? Я всегда немножко напряжена на мукбангах. Потому что Леша тебе не дает расслабиться. Я не могу расслабляться, когда вот здесь вот сидит он. Я всегда в напряжении. У меня по-другому как-то это. Настя всегда бдит. Да. Блин. Хочется расслабиться, но меня тут посадили, как вот козла отпущения сбоку. Уже этот король сидит вот этот вот. Ну хочешь, наелся? Маме отдает. Сидит, ну, ладно, и рог типа ставил.
Леш, ты все видео будешь так говорить? Угу. Леша, зачем ты так вилкой стучишь об тарелку? Я оторвала кусок. Она скажет, это не я сейчас. Это вилка, правильно, согласен. Есть такие люди, которые признаться не могут. Вот у меня вот мама очень редко, когда признает свою вину. У нас Даша такая. Я не такая, я всегда признаю свою вину. Если я когда косячила, я скажу. Это проявление сил характера, стойкости, мужественности. Ну-ка, ну-ка, жопку подади. Вот он, идет, мужчинка. Главный герой. Ой, мужчинка. А что это, нам даже килограмм уже мало, я смотрю, да? Он очень вкусный. Ты что, первый раз, второй раз уже подложил? Я вот один раз себе как положил, и все это Даша с добавкой. А, ты даже без добавки? Ну, я большой кусок себе сразу как бахнул. Видишь, нам даже килограмм уже. Прям огромный, прям такой. Так что, нам надо уже полтора, что ли? Что я не пытаюсь понять. Так, Леша, не надо. Нет, просто она вкусная, очень. А как ты знаешь, Павлик прям обожает запеканки творожные. Так он только в садике. Ну и Даша. Ну кому надо, накладывайте еще. Я наелся. Подожди, всем спасибо, всем пока. О, я за Дашкой. О, даже Даша не доела. Нет, все-таки килограмма достаточно, наверное. Даш, забери Лешку, а? Мам. А то он сейчас как начнет помогать папе кушать. У нас Даша помощница. Да. Дашечка. Поможешь? Пожалуйста. Будешь морсик? Да, дай ему, кстати, морсик попить. А то он ничего не запивал. Все. Даша, это, тебя знаете, что у нас за кадром делает? Воду пьет. Вместо морсика. Морс, вот целая кружка стоит. Говорит, что вы морсики не наводите? А, это вон ее кружка. Да у Паши, посмотрите, целая. А что, невкусный морс? Почему не пьете? Потому что кисленький. Так. Что, правда? Кисленький? Что ты хочешь? Я мед добавляла, сахар. Что ты хочешь? Подожди, стой. Вкусный морс. Какой он кисленький? Ну вкусный, я вам допиваю. Он не кислый совсем, совершенно не кислый. Но он же кислит, это ж клюква как-никак. Он кислит вообще там вот, децибел какой-то. Децибел? Он что-то наговорит, это что он кислый. Будешь еще? Он должен быть приторно-сладким. Так, сядьте на попу, молодой человек. Вообще не кислый. Децибел. Постоянно придирается. Странный у тебя это... Мера измерения децибел. Будем мерить сейчас все в децибелах. Ну что, дети сыты. Нет, еще один не сыт, судя по всему. Все ест и ест? Да. Давай вот эту тарелочку. Тут ложечки лежат, не надо ее. Вот лежит она, вот все, пускай лежит. Я чтобы Леша не снес. Не снесет, мы ее контролируем. Ну вот, наконец-то. Настя может расслабиться. Ты можешь? Ну, уже нет. У меня уже вся в напряжении. Не прикольно. Да забирай ты весь кусок. Что ты мельчишь? В общем... Я только на СМР могу расслабиться. Ни при каких условиях. Потому что Леши нету рядом. Какого сейчас нету? Да, но он уже был, поэтому у меня напряжняк. Напряжняк. Вот, 400 грамм сметаны ушло. Семья-то растет, куда хотела. Килограмм творога. Большой стакан сметаны. Да. Что-то хочется шашлыка. Вот хорошего такого, сочного, с прожилками шашлыка. Может, это вообще будет когда-нибудь? На гриле, может, мясо приготовим? Замаринуем? Или ты прям шашлык хочешь на углях? Да, на углях хочу. Ну, на этих-то выходных не получится его приготовить, ты же прекрасно понимаешь. Давай, запланируем на следующих выходных. Будет тебя шашлык, башлык, если прям сильно-сильно хочется. Вот, знаешь, как помнишь, мы как раньше делали? Я в гараже его готовил. Мы вообще на гриле давно ничего не делали. На самом гриле мы его как купили, мы так его на шкаф забросили, у нас там стоит, пылится. Сколько так. Уже недель. Мне некогда, потому что я бы с радостью с ним что-нибудь мутил. Там вкусно вообще. И картошечка, и вон кабачки у нас еще есть, можно
Ну как-то хочется мясо на гриле, что-то картошечка, кабачки. Нет. Не прилещает. Ты же не будешь одно мясо, правильно? Буду. Что-то же... Так даже. Ну знаешь, последний раз я готовила курицу, ну. Она не до конца пропеклась. Можно было подольше подать. Ну вообще была какая-то как полусырая. Ну без вот этих полосок какая-то как... Бледненькая. Почему с полосками? Ну какая-то бледненькая была, бледненькая. Бледненькая. Хотела, чтобы она прям поречневей. Ты хочешь, я чуть не понимаю, ты хочешь что-нибудь типа там говядины, свинины или курицу? Говядины, свинины, курицу. Все хочу, мяса хочу, много. Ну понятно, ладно. Подумаю. Ну вот, фига себе, все умяли. Все, полностью. Ничего не оставили. Ну ладно. Ну что, дорогие друзья, спасибо вам всем за просмотр. Не забывайте, ставьте лайки. Для Настенки. Ну а мы с вами прощаемся. До новых встреч. Скоро увидимся. Пока-пока. Пока-пока.